change ways. Армстронг безмерно счастлив по одной простой причине. Это первый его клиент. После того, как... А вот и Бизли. Уэйд только хотел... В принципе, он не так уверенно действует, как его воздушество. Вот она и разница с одной стороны, а с другой... Посмотрите, как уверенно отработал. Конечно же, толкал защитников в спину, но судья это Дуэйна Уэйда. И пора шевелиться. 7-5. Все ждут от него броска, и он его производит. Вы посмотрите, как запрятал. Дуэйн Уэйд. Дуэйн Уэйд. Взаимодействие с Джермейном Унилом. И впереди 44-43. Совсем немного времени остается до большого перерыва. Это последнее попадание Дуэйна Уэйда, после которого увеличивает разницу в счете. Еще раз нужно напомнить, наверное, о том, что поставил в этом сезоне Адонис Хаслин. Чалмерс содержит передачу. Дуэйн Уэйд с противоположного фланга освободился из-под заслонов на чистую бросковую позицию. Обыгрывал, изгалялся как только мог. Старший брат непонятно, чем сейчас занимается. Дерек Роуз. На получение лучшего новичка сезона. Дуэйн Уэйд обошел Миллера. Набрал 2 очка. Взлетев над Тайросом Томасом. Томас пытался подставиться, но сделал власть. Правда, это был не трехочковый бросок. Сейчас нет. И Дуэйн Уэйд легко. Да, еще в программе сегодня поединок Феникса и Портленда. Дуэйн.